Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И предлагаю вашему вниманию игру Грабитель Боб. Вот такой вот у нас пиксельный человечек. Вот у нас идет ограбление банка. Ну что, погнали, грабитель! Так, где же наше золотишко? Да, ох, осторожно. Набираем обороты. Где же наши денежки? Догоняет нас полицейская машина. А мы сейчас догоним вот эту. Ого, сколько там у нее монеток. Ты что же от нас скрываешься? Все монетки наши пособрали. Давай, набираем обороты. Что там у нас упало? Рубинчик, хочу рубины. Осторожно, сбивает нас толку эта машина. Коробки, да кто же все поразбросал-то тут? Еще я вижу машинку. Да нет, это у нас... Ох, сбили мы мотоцикл, но въехали в шлагбаум. Ладно. Ну что, танцует наш пиксельный человечек, зажигает. Погнали дальше. Набрали мы на подарочек. И что же там у нас за подарочек? Ого, какое-то ускорение. Следующее что? А это мы выиграли. Характер. Что это за характер? Пиксельный мишка? Ну что, ограбление продолжается. Мы не останавливаемся на своем пути. И погнали. Вперед, давай. Главное тут шлагбауны. Ага, удирает от нас машинка. Полная монет. Давай, машинка, мы тебя догоним. Все, получай, машинка. Собрали. Ого, сколько мы монеток упустили. Ничего, набираем нашу шкалу. Что-то там происходит. Коробочки. Нужна машинка и пачка денег. Так, осторожно. Так, что это тут у нас? Семерочка. Это что у нас? Все, погнали за мотоциклом. Куда погнал? Столько денег. Все, отлично. Ого, отличненько. Сколько денежек. Да уж. Ой, 5. А что там у нас? Сейчас пойдут ключи. Собрать нужно 6 ключей. Собираем. Так, давайте ключики. Отлично. Так, что у нас с ключиками? Ага. Все, собрали мы ключи, судя по всему. От нас уехала машина. Ну что это была за машина? Ребята, кстати, а вы выиграли в такую игру? Напишите-ка в комментариях. Отлично, взяли мы бонусик. Так, ладно, мотоцикл, за тобой погонишься. Только потеряем. Ага. Ого, сейчас мы тебя догоним, мотоцикл. Ой-ой-ой. Так, все деньги будут наши. Все, пошли. Погнали, притягиваем к себе денежки. Но и скорость у нас уже не маленькая. Выходим, мы тут, я чую, на рекордик. Так. Чё нам фармить-то моргаете? Ага, давай. Эх, машинка. Ну что это у вас тут только? Ох! Не успели мы, не догнали ту машинку. Но сейчас наш пиксельный Боб явно будет зажигать. Ну что, Боб? Круто. Играем дальше. Ну что, раскрываем наши подарки. Что-то у нас монетки, еще что? Вау, новая тачка. Продолжаем. Ну что, очередное ограбление, погнали. Ребята, если вам нравится эта игра, зацените и поставьте лайк. И пишите свои комментарии, вы играли в эту игру? А какую-то машину. Так, давайте вот так на них. Так, и вверху поставили шлагбауны. Да уж. Не нужны вы мне тут, не нужны. Ну, нужно нам побить свой рекорд. Это будет не очень просто, но мы явно справимся. Так, давай-ка, машинка. Отличненько. Умножение на 2. Кучка монеток, монеточки. Я вас просто обожаю, мои хорошенькие. И что там у нас? Так, ты нам тут с пути хочешь сбить? Догоняем. Чуть-чуть не врезались из этого мотоцикла. Снова мы тут. Ага. Ого, какие слитки золота пошли.
Какой же классный слиток золота-то везет. А это что у нас? Догоним эту машину, но это явно большой куш будет. Я так и знала. Собираем 6 ключей. Ключики, ключики. Мне нужно вас собрать. Так, так, так. Давай-ка, дружнее, команда. Становись. Так, все. Собрали что, 5 ключей? Не поняла, в чем дело. Удирает снова от нас эта машина. Так, ты куда там от нас удираешь? О, куда-то скрылся этот мотоцикл. Ну что ты, друг, думаешь скрыться? Это что, бензинчику? Ой-ой-ой, только успевай разворачиваться тут. Да уж, все хорошо, хоть скорость сбавили. Предпочитаю ездить на маленьких скоростях. Так чё, ох! Снова из-за этого мотоцикла. Ну что тут у нас? Хит коробки. Что-то, что-то, давайте, раскрывайте. Подарочки я люблю. Множители очков. Ну что, смотрим дальше. Пополняем. Еще сейчас заработаем коробочку. Раскрываем. Это у нас монеточки. А тут у нас что? Новая машиночка. Ну что? Еще можно. Улучшаем тут что-то мы. И что же у нас новенького? Продолжим нашу игру. Ну что, мы лидеры. А с кем соревнуемся, пока непонятно. Зайдем посмотрим. Наш автотранспорт. Транспорт. Ты где? Что же у нас есть новенько? Так, танк, полицейский, фургон. Вот он наш. Полицейский фургон. Так, такой мотоцикл нам, к сожалению, пока недоступен. Ну-ка, давайте попробуем на такой покататься. Ну что, погнали? Так, давайте наша машиночка. Посмотрим, как нам будет в ней денежки удобненько собирать. Коробочки, коробочки. Так, не сигнальте, фарами тут нам не моргайте. Так, такая тихенькая машиночка. Ого, сколько коробок. Вижу цель. Нужно ее, эту цель, обязательно догнать. Это что, цель взорвалась? Вот это да. Да уж, нехорошо вышло. Ну что, коробка будет? Раскрываем. Что же, монетосики. Еще новая тачка. Да мы и на той-то толком не покатались. Ну погнали. Приключения нас ждут. Ребята, если вам нравится эта игра, пишите комментарии, не стесняйтесь. Ссылочка будет на игру в описании. Догоняем, догоняем. Ух ты какой! А то в прошлый раз была авария. Так, давай-ка догоняй-ка его, дружочек. Ага, успели, заскочили мы, отлично. Ну что, побьем свой рекорд? У нас там есть машинка. Давай-ка. Какая машинка? Столько денежек упустили. А это что у нас было, защитное поле? От чего? Так, не моргайте. Рубинчики, кристальчики. Ага, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Приехали. Что-то у нас загружается. Пополняем. Продолжаем. Ну что, Боб, очередной заезд. Ну-ка, давай-ка удирать от этих полицейских. Так, стенки нужно нам обвиливать. Ого, монетки. Так, пиксели наши посыпались. Что-то пошло не так. Куда удираешь? Да не так-то просто тебя от нас удрать. Ну что ж, побьем мы наш рекорд или нет? Давай-ка, давай-ка, дружочек, набираем обороты. Сейчас у нас тут будет магнитик. Так, магнитик, это дело хорошее. Вижу, вижу машинку полицейскую, все. Монеточки наши растут. Отлично, давай мотоцикл.
Как же бы нам тебя догнать? Ого! Так, вроде пока мы из этого мотоцикла не пострадали. Это очень хорошо. Вот еще очередная полицейская машина от нас удирает. Давай-ка. Ой-ой-ой, вот это куш. Все, давай. Так. Удирают. Ой-ой-ой. Чуть-чуть нам не хватило, чуть-чуть. Ну что ж ты, Боб, так. Пополняем. Давайте еще подарочек. Раскрываем. И это у нас, судя по всему, какой-то щит. Так, все, не хватает у нас тут монетосиков. Ребята, ну на этом я с вами пока прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал Kids Game Show TV, чтобы не пропустить новые приключения нашего пиксельного Боба. Всем пока-пока!